А сейчас немного о спорте. 16 по 17 января во Дворце творчества детей и молодежи прошел плановый чемпионат города по плаванию, в котором приняли участие более 80 юных спортсменов. Данный чемпионат запланирован для отбора пловцов в сборный состав команды Республики Коми, которая будет участвовать в зональном чемпионате России. Сегодня участвовал один мастер спорта международного класса, два мастера спорта, шесть кандидатов в мастера и пловцы-разрядники. Программа соревнований практически олимпийская, то есть все дистанции олимпийских видов мы простартовываем. Определяются победители по абсолютному возрасту. То есть здесь нет участия девочки, мальчики, женщины, мужчины, юноши, юниоры. Здесь только абсолютный возраст. То есть мы определяем тройку сильнейших спортсменов в каждом виде программы и на каждой дистанции. Несмотря на то, что этот чемпионат имеет сугубо городской статус, и на нем случаются приятные сюрпризы. Некоторые пловцы ставят личные рекорды, становятся кандидатами в мастера спорта. Я занимаюсь 5 лет, плаваю Кузьменко Галины Васильевны. Сегодня я, конечно, рассчитывала на хорошие результаты, но я не знала, что я выполню кандидата. То есть я спиной начала плавать вот буквально 3 недели назад, тренироваться. Мне тренер сказал работать ней, потому что вольному у меня не получалось выполнить кандидата. Но она мне сказала работать, пытаться выплатить из 1:10. Я работала, и вот такой вот результат. Воркутинская школа плавания была всегда на высоте, поэтому нет никакого сомнения, что на зональном чемпионате России наши спортсмены покажут самые высокие результаты, тогда как весь город будет за них болеть. Вячеслав Ирин, Денис Кораблев, Полина Полякова, ТВ Гало, Воркута.